В аэропорту Краснодара чемпионов тяжелоатлетов Александра Иванова и Олега Чена коллеги встречали большими букетами цветов. Приехали поздравить именитых спортсменов и юные анапчане. Специализированная детско-юношеская спортивная школа номер 4. Иванов и Чен вернулись с чемпионата мира по тяжелой атлетике с очередной победой. Серебряный призер чемпионата мира 2011 года в Париже Олег Чен в этом году повторил свое достижение, завоевав серебряную медаль. Александр Иванов стал двукратным чемпионом мира по тяжелой атлетике. Первая победа была в 2010 году. И в этом на чемпионате мира им завоевана золотая медаль. Соперники были достойные, отмечает спортсмен. Соперники всегда очень сильные, на самом деле. Все примерно одного уровня. В принципе, я все, что мог на тот день, когда я выступал, я все сделал. Я это и сказал старшему тренеру. Это не лучший мой результат, но все же для чемпионата мира это результат нормальный, неплохой. Олег Чен отмечает, на данный момент пока тяжеловато было бороться с соперниками за первое место. Были отличные результаты у китайского спортсмена. Надо просто работать. А я показал свой лучший результат. Мировой рекорд установил спортсмен из Китая. Вот это очень похвально. Потому что такой вес, 69-198 толчок, это очень много. У нас в категории получилось один подход роняй, и все, и ты выбываешь из борьбы. И за четвертое, пятое место будешь только там. Поэтому нельзя было ронять, и мы вот шли к этому. В ближайшее время оба штангиста будут отдыхать и восстанавливаться после травм. На помост выйдут уже после Нового года. Олег Чен выступит в апреле на чемпионате Европы, который пройдет в Израиле. А Александр Иванов будет готовиться к очередному чемпионату мира. Светлана Авилова, Артем Зибаров, Анапа регион, Краснодар.